В детских оздоровительных лагерях республики продолжается акция «Осторожно, огонь». На этот раз МЧС Чувашии совместно с необычным гостем Кузьмой Пожаркиным побывали в лагере «Белые камни». Как его встретили дети? В следующем репортаже. Пожар – самый страшный гость в жизни любого человека. Как говорится, вор оставляет стены, огонь – ничего. Никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Здесь важно не растеряться и знать, как действовать при пожаре. Дети по-прежнему остаются наиболее уязвимыми, и порой незнание элементарных правил безопасности отнимает жизнь. Один из примеров – события в деревне Ильбарусово, когда при пожаре в школе погибли больше 100 детей. Чтобы не допустить подобных ситуаций, МЧС проводит акцию «Осторожно, огонь». Ежемесячно мы выезжаем по республике летние оздоровительные лагеря и проводим мероприятия по обучению детей и работников лагерей, как себя вести в экстремальной ситуации. С детьми мы обучение проводим в форме игр, деловых игр. Мы их интересуем, памятки раздаем. Вот у себя в центре противопожарной пропаганды мы им показываем мультики на противопожарную тематику. У детей появилась возможность проверить свои знания на практике. Одни почувствовали себя настоящими пожарными, другие научились оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Дети уверены, что знания, которые они получили, очень им пригодятся в будущем. Мне сегодняшний день очень понравился. Теперь я знаю, как спастись от пожара и как спасти людей. И огонь теперь для меня не такой страшный, как казался раньше. Я считаю, что это очень важно, потому что дети бывают неосторожны с огнем. Я думаю, что я не испугаюсь и смогу спасти себя и, по возможности, других людей. В завершении мероприятия детей ждал необычный сюрприз. К ним в гости приехал самый незаменимый друг при пожарах. Знакомьтесь, это Кузьма Пожаркин, самый бесстрашный борец с огненной стихии. Уже не первый месяц он колесит по разным регионам России, и сегодня он прибыл в Чувашию для того, чтобы рассказать детям, как правильно себя нужно вести при пожаре. Самые активные ребята получили призовые места и подарки, а Кузьма Пожаркин каждому вручил памятки безопасности при пожаре. Он пробудет в нашей республике еще пару недель, а затем отправится в другие регионы России. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика.